Что такое виртуальная реальность и когда она полностью войдет в нашу жизнь? В Химках провели мастер-класс, где об этом рассказали специалисты. Инженер IT-центра Антон Ситников познакомил жителей с компьютерными технологиями. Погрузиться в виртуальную реальность можно как за внушительную сумму, так и почти не опустошая карман. Вот, например, PlayStation, квесты, задачи, игры. Здесь все для продвинутого юзера, другой мир. И, конечно, за такую игрушку нужно отдать немало денег. Но чтобы просто познакомиться с виртуальной реальностью, можно использовать и самодельные очки. Для этого нужны лишь правильные линзы и смартфон. Первое, что мы должны сделать, это откинуть как бы крышечку, положить сюда телефон, но при этом придерживать углы. То есть чуть-чуть здесь слева и справа рукой мы чуть-чуть придерживаем. То есть аккуратненько прикрываем крышку и придерживаем справа-слева телефон. Да, вот вы правильно делаете, закрыли. Такие мастер-классы в Химках проходят ежедневно. Информация о них есть на страницах газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.